Ты чё? Ты чё, Миша? Миша, нет! Ё-моё! Вербер. Нифига себе. А он покруче будет, чем... Вот так вот. Ове, ты смотришь Perpetus Play. Меня зовут Саша, это Skyrim. Сюда было достаточно сложно, между прочим, добраться вообще-то. Но ты даже представить себе не можешь, чего стоило загнать сюда еще и ее. Ничего не пришлось делать, она просто здесь появилась на самом деле. Я не знаю. Обычно она так сильно не следует за Вакином. Ну, это у нас зал Тирская, медовый. Ой. Это нормально все. Нам надо собрать траву. И я думаю, что мы это сделаем следующим образом. Мы отправимся в Воронью скалу. Да. Не надо. И по дороге, если не соберем, то соберем где-то здесь. Она должна расти. Вот. А вообще-то, неплохо было бы еще в самом этом вороньем гнезде поискать задание или же побродить, просто пошариться. И, возможно, мы еще найдем по пути какого-нибудь шизофреника, который обратно-таки прочел черную книгу, которому все понравилось и который за это хочет убить всех. В том числе и Довокина. Ну, потому что он просто попался под руку. Между прочим, костяков драконьих здесь тьма. И меня интересуют драконы. Они в последнее время что-то как-то не очень нападают на нас с Кайном. А зря. Потому что мне интересно посмотреть, а удастся ли дальше их души забирать. Потому что последнюю-то забрали, а предпоследнюю не забрали. Ее умыкнул Мирак. Где ты лазишь? А, хорошо. Так. Кровавый дракон. Не такой он уже и кровавый. А он сидел, кстати, здесь на насесте. Здесь, может, слово кое есть? Я думаю, где он приземлился? Нормально тебе было? Чё ты в него магией не пуляешь? За меч свой взялась. Вообще, она теперь больше не маг. А вот это вот надо бы пресечь. Не так больно, когда он холодом стреляет. Как больно будет, если он решит откусить голову Довокину. Но лечиться, конечно же, надо. Ай-яй-яй. Я не думал, что так сразу же он решит напасть. Или ты хочешь, может быть, действительно льда? Кровавый дракон. Потому что огненные стены почему-то его не пробирают. Драконов. Здесь. Лечимся. Лечимся. С одной руки, я думаю, хватит. Нормально. Я пытаюсь. Понимаешь, Илюха, я пытаюсь. Давай попробуем все-таки огненную стенку. Мне принципиально, если что. Не вижу урона вообще никакого. От огненной стены. А? Только что чуть не тяпнул за жопу. Да подожди ты. Сейчас убью. Так, подожди. Тут что-то еще такое? Ай, твою мать. Ё-моё. Это же просто убийца Довокинов. Я дракона не так боюсь, как эту тварь. Серьезно, я тебе честно говорю. Ух, да. Это будет жестко. Кабан. Кабан, тебя надо сжечь. Все-таки. По-моему, его Илюха зацепил. Я же не стрелял по кабану. Что, без риклинга кабан не кабан? Ты встанешь же? Я же тебя не убил до конца, да? Я надеюсь. Кстати, между прочим. Ну, она все равно особо-то и ничего не делает, так что... Я, между прочим, Лидию намного жестче колбасил, когда она с нами ходила, чем достается Илии. Интересно, с чем это связано. То есть, я Лидию просто реально убивал. Часто. Сам. Случайно. Я думал, он уже улетает.
И думаю, о, сейчас на опережение, как бабахну, и... Конечно. Мясо кабана. Как думаешь, оно нам понадобится? Думаю, вряд ли. Мы же не едим. Так, ну давай все-таки, наверное, этой штучкой попробуем, да? Ну, неплохо, да, так прошлась. Тем более с двух сторон. Или они там столкнулись и получился какой-то коллапс. Ну да, это ты верно подметил. Он умрет сегодня. Хорошо. Ну что-то он решил твердо убить Давакина первым все-таки. А я полечусь. А я полечусь, что ты смотришь? Я еще полечусь. На тебе все-таки молния, мне кажется, эффективнее. Не знаю почему, но это был удар под хвост, и, по-моему, он был вообще критический. Давай еще один. Или с двух рук, по-македонски, а? Магия. Магия кончается. Илюха, держи там удар. Что, его прикончил уже, что ли? Голову. Оп! В височную долю попало просто. Тебе не приходилось задумываться? Нет, все-таки он забирает. А вдруг это я больно? Так понимаю, через одного, когда да? У тебя вырывают. Или там был какой-то глюк. Ну и ладно. Спасибо. Не очень не хотелось. Мы скоро встретимся. Ага. Мы скоро встретимся. Деньги? Кирасу заберу. А вот насчет этого не уверен. Но это мы с тобой должны обсудить. Я все еще здесь. Я знаю. Сейчас посмотрим. Ладно, что. Если нет, я выкидываю эти кости. Не принципиально мне с ними таскаться вообще. Слушай, раньше она так много не тащила на себе. Серьезно говорю. Я не знаю, как так получается, но она прям... А сколько? А можно посмотреть, сколько она ломит вообще? Ладно, что мне понести? Ну, то есть, я не знаю, где это смотреть, сколько она тащит веса на себе. Но ты понимаешь, тут как бы 9 чешуи штук, 5 костей, орочья броня, нордская броня. Либо она уже под завязку, либо я не знаю. Хотя у нее стрел тут разных вот. Я даже ничего не забираю у нее, потому что, ну, пускай будет, почему бы нет. Ладно, что ж, дракона все-таки он высосал душу. Как-то дракон некрасиво стал, но ладно. Побежали собирать эту штуку. Я на нее даже сейчас внимание не обращал, а надо бы, да? Сейчас будем обращать. Бери руки. Вот, по-моему, вот это оно, да? Вот эта хрень. По-моему, да, но его маловато, да, вот. Ну, я думаю, наберем. Сколько-то наберем. Это что это у нас такое? Я здесь был вообще или нет? Это не смертельная высота, да ведь? Это не смертельная высота. Вообще-то, это была не смертельная высота. Ну, ладно, поверим на слово. Аккуратнее сделаем. Вот так. И что это у нас такое? Агрумес. Две мерзких построек здесь много. Мне это нравится. Это уже какая-то традиция в каждой серии находить чего-нибудь из... Что-нибудь в этом роде. Что-нибудь из две мерзкого. А здесь можно войти? Ну, как я понимаю, да. Но пока не хочу сюда лезть. Серьезно, пока не хочу. Мы обязательно сюда спустимся. Оно же отметилось на карте, да? Да. А пока что Риклинга. Как минимум, возможность взять Риклинга меня интересует. Копеечки. Это мы читали. Это мы возьмем, пожалуй. Это оставим. Здесь у нас Ролет Элдри. А у него книг никаких нету? Странно.
какая-нибудь записка, или может быть я просто не вижу. Видимо, просто местный расхититель. Я две мерзких гробниц. Это что такое? Выглядит не как какой-то светильник или что-то такое, а выглядит более экзотически. Ну да ладно. Где у нас... Ё-моё, твою дивизию, как ты меня напугал. Я думаю, что это такое, а? Место рождения рубинов. А рубины мы можем добыть. Я, кстати, во всем Скайриме не видел ни единого месторождения рубинов. Обалдеть. А кто поджег дерево? Или это одно из тех самых вечно горящих деревьев, что ли? Так, давай попробуем, как это делается. Я вот несколько разных способов вроде описывали, но тем не менее. Так. По-моему, отвезти его сюда. Вроде бы. Ну давай, вот столько даже часов. О, окей, все-таки в этот раз получилось. Побежали дальше. Я не знаю, что это за вечно горящее дерево, но, видимо, в него молния бабахнула, и оно вечно горит. А может быть, здесь вход? Нет, нет. Это просто иссушенные тела. Воры. Вот что ожидает воров, воров в Моровинде. Опять эта тварь? Где она? Ага. Нет, это немножко другая. Это пепельный прыгун. Вали его. Ты чё это, а? Что думаешь, я не могу достать мечик? А? Вот так. И сразу оно разбирается просто на запчасти. Я не знаю, как оно вообще выживает здесь. Желе давай возьмем, это оставим. Ты его убила, да? Все. Того даже обыскивать не будем. Значит так. Сколько мы нашли этих штуковин уже? Я думаю, почти все, которые нужны были. Что это у нас тут такое? Такое здесь мощное. Блин, почему я не сохранился, а? Почему? Оно заавтосейвило после отдыха хотя бы. О, да. Это напоминает, что мы как бы еще в этой... В братстве. Перед оно заавтосейвило, да? Хорошо. Давай так. Обратно. Угу. Окей. Я так и не понял, кстати, это баг-юзерство или нет? По-моему, да. Чистая причем. Но в рамках сохранения хронометража. Почему бы и нет? Так, давай в этот раз не будем баловаться, да, сильно. Просто зажарим вас всех. И все. И давай мне свое желе. Значит так. Где эта тварь? Ну-ну-ну-ну-ну. Сейчас мы как подкрадемся. Сейчас как вдарим. Ага. Подкрались, да? Но он между деревьями не попадает своей долбанной молнией. А я вот как раз. Это главарь, если что. Ай! Серьезно? Ай-яй-яй! Да, они плохо горят, я знаю. Надо применять эту штучку. Заплатишь за это, чужак. Я не заплачу за это. Это бесплатно. Твою душу в поэте. А? Илюха, нашу душу там что-то хотят куда-то послать. Я тебя выпущу. Ей хватило. А он сейчас начнет молниями херачить. Надо его немножко остудить, да? Вот так.
А знаешь что? У меня же есть классический мой любимый Тандеркряк, который сейчас его застопит как нефиг. Так, давай, подбегай, ну. Почему он отошел? Ё-моё, ведь он бы загасил бы первым ударом же. А что, на него это не работает, что ли? Серьезно? На! Почему это на него не работало, а? На тебя мелкого. По чуть-чуть, да? Умри же. Сука, главарь, а? И почему никак Илюха не завалит? Нифига себе. А, ну, я даже не знаю. Надо будет его переплавить. Морского волка треуголка. Нет. Пожалуй, нет. Нет, да. Эй! Не отходи от меня. Что, не пробивается через эту хитиновую броню? Нифига себе. Я думал, он реально пропал. Мы его испарили. А, ну, это прикольная, конечно, бронька, но мы ее уже видели, как она выглядит на них, так что нет смысла примерять. Так. Я тебя прикрою. Я знаю. А сможешь ли ты тянуть ладно, еще? Что мне понести? Она вся в кровяке, просто жесть. Шмар. Убийца. Что тут с нее возьмешь? Так, где этот? Может, я он даже фигачить им будет? Если ей понравится. Но вложить в ее ручонки чумелые мы как минимум смогли. Амулет. Давай возьмем. Аж две штуки. Это нам ничего и не надо. Морковки, а вот отмычки, да. Угу. Что же у нас там такое было, а? Когда я уже наберу этой хрени достаточное количество, а? Я думаю, уже скоро. Тем более, что она реально растет везде. Почему они сами не собрали, я понять не могу. То есть это называется уже просто пусти свинью в огород. Так она и ноги Довокина на голову закинет. Ясно, они любили морковку, но это их проблема. Здесь я погляжу, есть нормальные сундучки, но не так много. И что это за отметки такие? Остинская торговая компания, что ли? Эксперт, да? Нет, пожалуй. Вот я, конечно, все понимаю, но... Но все же. Нет? А где же? Ладно, подождем. Делать выводы. Где? Ты где вообще? Нет? Матерая. Сука. Не, надо, наверное, нащупать просто, но... О! Все было не та сторона. Вот так. По-моему, уже с перебором, но попробуем. Нет. Да. Но не так и много. Для эксперта нормально пойдет. Так. Нет. Да. И сапфирушку. Хорошо. А, это кости. Этот неф закрытый. Ну, понятно. Ладно. Хотя достаточно стоящие вещи. И здесь, по идее, должен быть еще один камень, да? Но его нет. Себе. Я даже не заметил. А, понятно. Опа. Но у нас уже есть и золотая, и белая, поэтому нет смысла. А вот это, пожалуй, наверное, очень даже неплохо будет. Наносит цели 37 единиц урона электричеством и отнимает вдвое меньше количества единиц магии. Слушай, тут впору задуматься, стоит ли мне продолжать... Этим мечиком орудовать, если у нас есть теперь такой топор. Но все-таки вес, да, вес значительно меньше.
Ладно, на это тебе. Может быть, ей понравится, я не знаю. Здесь. Он все-таки с магией, она же как бы маг. Ну вот, ладно, вот, как-то хочется верить, но в нее как в мага. Но последнее время она упрямо говорит, да похер мне, я не маг. Не, не, ей нравится эта мечара. Ну, нравится так нравится, я в принципе не против. Сердечных камней залежи. Кстати, это хорошая, просто вот хорошая... фишечка, что не нужно доставать самому кирку. Просто если она есть, он автоматом берет и добывает. Да. Но все, добывать мы не будем. Сколько вообще нахрен их надо? По-моему, 10. Сколько у меня есть? Больше, чем надо. Если я все правильно понимаю. Так что сейчас доберемся до Вороньей скалы. Уж раз мы туда ломанулись. Это золотая руда, да? А, нет, это ползучая руда. Вон. Фигма с ней. На всякий случай еще возьму там. А вдруг пригодится. Но мы уже, по идее, у цели. И здесь сприганы будут нас атаковать, скорее всего. Что это был за звук? Ядрен батон. Подожди, а кто? Кто что? Эй, не вздумай! Отвали! Ай-яй-яй! Ох! Сука, да что ты будешь делать, а? Как преследует? Как преследует? А как его шкура будет гореть, а? Мне интересно. Просто отлично она будет гореть. А я не понял, почему я этот хрен с медведем не дрался? С оборотнем медведем. Почему он на меня напал? Ты чё? Ты чё, Миша? Миша, нет! Ё-моё! Вербер. Нифига себе. А он покруче будет, чем... Ё-моё, я думал, ей хана. Серьезно, она просто улетела так, как кусок мяса. Ничего себе, Вербер. Рыч. А я сейчас какой-то сюжетный квест обосрал? Или обычный квест? То есть они просто вдруг тут стояли, бабах, и начинается, да? Может быть, но не факт. Сами виноваты. Надо отдать должное. Волчара знает свое дело. Задрал бы, если бы мы вовремя не полечились. Так, давай побродим еще здесь немножечко и посмотрим. Я вот в шахту не заходил, да? Ну, можно, можно зайти. Давай, давай, быстренько, да? Мы быстренько. Шахта Вороньей скалы. Я думал, она быстрее загрузится. Что, такая большая? Нет, прям настолько большая? Так, пожалуй, свет надо подрубить. Так что ж такое, женщина? Я же сказал, оставь. Женщина, он же сказал, не танцует. Ну ты чего? В прошлый раз, когда ты ходил в шахту, ты чуть не погиб. Я не хочу вдовой остаться. А я тебе говорю, меня ничто не остановит, пока я не найду останки своего даже прадедушки. Не знаю, кто вот из них страшнее. Внизу, я чувствую. Давай я найду. Это было почти 200 лет назад. Там уже и находить-то нечего. Отпусти меня, женщина. Крестцы, ты упрямый старый дурак. Ты там убьешься. Никто ничего не видел. Давай я схожу. Кто? Давай. Не видишь, что ли, что я занят? Чем же ты занят? С чего это я должен тебе рассказывать? Я даже не знаю, кто ты. Сука, правильный ответ. Вот чисто по-человечески. Правильный ответ. Я просто исследую. Здесь слишком опасно для пожилого человека. Да, ну не мне это ему говорить. Она, он ему уже плешь проела. Может, я смогу помочь? Может быть. Знаешь, трудно доверять людям, когда все считают, что ты сбрендил. Но помяни мое слово. Эта шахта таит секрет, который может вернуть Вороньей скале ее значимость.
Начато последний спуск. И что за секрет там спрятан? Тайна, которую Восточная имперская компания постаралась скрыть 2 века назад. Я был близок. В результате мой прадедушка был убит, а они бросили Воронью скалу с этой бесполезной шахты. Угу. А кто был твой прадедушка? Горациан Карелий. Он всю жизнь провел, исследуя древние развалины Тамриэля. И умер в этой самой шахте почти 200 лет назад. Откуда сведения? Как же он умер? Восточная имперская компания утверждает, что погиб под завалом в результате несчастного случая. Но я-то лучше знаю. Но я-то лучше знаю. В общем, в прошлый раз мы говорили уже с одним кренделем. Ты часом черных книг не читал? Вроде пока не скажешь так, но хрен его знает. А тебе есть доказательства? Какие ваши доказательства? Вещи прадедушки. Они были заперты в старом сундуке. Я нашел письмо ему от Восточной имперской компании и ключ. Отлично. Давай ключ. И что говорилось в письме? Там было описано открытие, которое землекопы сделали в шахте. Компания хотела, чтобы Грациан занялся им. Похоже, Восточная имперская компания считала открытие очень ценным, раз закрыла эту часть шахты ото всех. А можно поменьше воды, побольше дела? Этот ключ от запертой части? Так и есть. Ну давай. Ну, то есть, я так думаю. Я так и не смог найти вход. Понятно. Вряд ли это что-то доказывает. Действительно звучит как-то подозрительно. По-моему, ты просто спятил. По-моему, не спятил, но давай. Действительно звучит как-то подозрительно. Хоть кто-то мне поверил. Говорю тебе, там внизу что-то очень важное. И Восточная имперская компания хотела это скрыть ото всех. Зачем ты мне все это рассказываешь? Это вообще, знаешь, вот как плевок в душу на самом деле. Слушай, моя жена хнычет, что я слишком старше. Да она тебя пилит откровенно. Пошел бы, да и убился. Время против меня. Оно со мной покончит, прежде чем я успею найти ответы на все свои вопросы. Хотя, на самом деле, я тоже могу понять. Так, что это такое? И хотя нет, я не могу ее понять. Я не понимаю, кто из них более стрёмный. И я не понимаю, для кого это был выигрыш. И поэтому тебе нужна моя помощь, да? Именно. Угу. Я хочу узнать, что случилось с Грацианом. И что скрывает от нас Восточная имперская компания. Она скрывает все. Есть предложение, с чего начать? Грациан вел дневник. Делал заметки во время своих путешествий. Если ты найдешь его останки, я думаю, это поможет. Вот все, что у меня есть. Письмо и ключ. Пожалуйста, сделай это, чтобы я снова мог себя уважать. Я сделаю это, чтобы ты мог меня уважать. Ты уверен, что смерть Грациана не была несчастным случаем? О чем-то ты спорил с Афией? Она считает, что я совсем из ума выжил. Вижу вещи, которых на самом деле нет. Похоже. Я знаю, что она обо мне беспокоится. Угу. Но должна понять, мне не будет покоя, пока я не узнаю, что случилось с Грыца. Это абсолютно точно. Это абсолютно точно, и надо просто принять, что ты пшизик, и тебе хана. А что, если она права, и я ничего не найду? Тогда я попросту успокоюсь. А я в дурку ляжешь? Я больше в эту шахту не пойду. Ну ладно. Я ждал этого момента. Этого хватит. Давным-давно. Угу. Еще до того, как нашел старые вещи Грациана. Хорошо. Надеюсь, вы оба не будете считать мой энтузиазм сумасшествием. Я и Грациан? Но это вот серьезно. Вот это вот как еще один плевок в душу. Я не буду это говорить, потому что какого хрена? Он только что все объяснил, и тут я ему такое вообще влепить могу. Где твоя жена, а? В конце концов? Хочется посмотреть в глаза человеку, который додумался связать свою жизнь с тобой. Хотя, по-моему, она тупо уже свалила, да? Ибо, а какого хрена, да? Между прочим, он отметился как красная точка, то есть как враг. Что ли, письмо прочесть? Осторожней, что ли? Ядовитая песня, книга 3. Да, по-моему, мы это уже 10 раз читали. Так. А, вот. Хорошо, ну давай прочтем сначала. Что он накалякал там. Кстати, да.
Да, это все, конечно, здорово, но позднее, позднее. Магией займемся позднее. Письмо Грациану. А ну-ка. Я был бы рад, если бы ты помог разобраться с ситуацией, возникшей в Вороньей скале. Похоже, шахтеры наткнулись на какие-то подземные руины неподалеку от третьего ствола. И нам бы надо, чтобы ты как специалист посмотрел, что там. Я могу послать кого-нибудь другого, если ты занят, но насколько я помню, ты родом с Солстейма, так что, может быть, тебе захочется взглянуть самому. Дай нам знать, что тебе удастся выяснить. Рэндалл Тандариан, Восточная имперская компания, имперский город Сирадил. Вот как получается. Давай заглянем сюда. Мне здесь интересно, хотя задание с риклингами откладывается, но мы туда, в принципе, в любую минуту можем вернуться. Давай побродим здесь чутка. Шахта действительно глубокая. Это доказывает, что они долбили просто веками. А, морозный пол. Я думаю, что за хрень? Минус морозный пол. Так, это у нас что за ответвление такое? Так просто. Ясно. Почему скелеты не бывают здесь безденежными, а? Ну, это же просто какая-то аномалия. Ты не находишь? Перчаточки, да-да-да-да-да-да-да. Перчаточки, это нормуль. Тут еще ходят. Эти твари. Морозный, но морозом его берет. На тебя, маленькую. Тебе хватит. Не будем. Не будем распыляться с ядом обморожения. Угу. Понятно. Илюха, а ты что это здесь так стало вдруг? Это странно. Ну, наверное, не стоит так сигать просто пламя голову. Мы можем это дело и по-человечески обойти, да? О, этому хватило, надо же. Так, и здесь какие-то странные испарения. Давай проверим, это газик или нет. Это, конечно, не самая лучшая проверка, и дома такое лучше не проделывать, но... Ладно. Серьезно, а почему с таким опозданием? Морозного паука мы немножечко даже долбанули. Не, подожди, секундочку. Хочется взглянуть на это дело еще раз. Какого хрена? Оно. Ну и где взрыв? Нет, ну ладно, вот может. Слушай, такое ощущение, что это ловушка скорее, а не... В общем, непонятно, что это было такое странное. Че, оно взрывалось только когда мы приближались, хотя я видел испарение, или там реально была ловушка на земле, а я ее не заметил. Такое тоже, конечно, может быть, но... Очень вряд ли. А это можно здесь пробить? Ну, не этим, конечно. Серьезно? Допустим. А так? Ну вот. Колледжи проходит беспрепятственно. Эксперт, я надеюсь? Конечно. Ну давай поковыряем его. Так. Надо проявлять меньше настойчивости, потому что... Она и в первый раз мне сказала, что что-то не то. А я продолжал настаивать на своем.
Да. Окей. Рубин, гранат, золото, бутылка и фигня имперская. Замок открыт при помощи его ключа. Интересно, а я бы смог сюда пробиться без этого ключа? Ну, то есть, своими силами взломать? Или это одна из тех штуковин, которые так просто не взломать? О! Родные мои проснулись. Посмотри. Оп! Давай не будем. Давай не будем, говорю тебе. А этому оказалось мало. По-моему, у нас кто-то стреляет, нет? Да. Справа отчетливо видно выстрелы. Рискуешь, Илюха, рискуешь? А я рискую вместе с тобой. Ну давай. Вали, вали от него. Отлично. Ты на моей стороне, просто стоишь не там, где надо. Я не вижу ничего-то. Она его убьет, да? Я что делаю? Я трупы обыскиваю, ты что? А, ты хотела, чтобы я тебе стрелы оставил, да? Так. На. Надо бы все-таки стеной. Целесообразнее. Будь осторожнее. Вот о чем я говорю. Это, конечно, не эти инопланетяне местного разлива, которых огонь не берет. Здесь очень даже огонь тема будет. А что это у нас такое? Драгур призрак. А, это тот, которого... Первым. Ловушечка. Забавно. А... Нам туда, наверное, но подожди-ка. Как она еще не наступила ни разу, это очень странно. Даже нет, вот тот, которым я, которого я первым завалил. Ммм, как спрятали. Молодцы, безупречный все-таки. Нордская булава. Да там твое дело. Но нет, брать мы ее не будем. Только разве что, потому что сильный. Бешенство. Я что-то он ногами чиберхает. Эй! Слушай, а ты как-то не горишь. По-человечески даже. Это странно. Да не, горит. Просто надо тройную стенку поставить, и все сгорит. Все, сука, сгорит. За тройной стены-то. Все горит. Ты пытался встать, да, но споткнулся и упал. Похоже на то. Или же ты до нас попробуешь дойти, а? Попробует. Может быть, у него даже это получится. Но очень вряд ли. Его напарник решил не вставать. Потому что он знает. Вакин приперся. Я понимаю. Я его реально понимаю. Подожди, подожди, а что он такой дорогой? Ничего такой. На самом деле. Угу. Странно, что она пустая. То есть совсем пустая. Нет уж, не надо. А мне здесь очень даже нравится. Копеечки, вот это наше. Все. Что мы любим с Довокином. Это вы даже с посохом и с перчатками похоронили. Хорошо. Пойдем? В смысле? Серьезно? Да ла... Надо просто хорошо попросить. Я же говорю, надо просто правильно и хорошо попросить. Тройная стена объявляется открытой. Видал? Бабахнул так, что... Ого-го. И сразу же потемнело в глазах, потому что у нас здесь, в принципе, часто темнеет, да? А напарники всегда не встают. Кто-то должен же быть умнее, да? Кто-то же должен потом байки про даваки натравить следующим поколением драугров. Я их очень даже понимаю. Но вот здесь вот встают, наверное, все. Да. Не будем стоять на этой штучке.
Не пожалеем даже женщину. А иди-ка сюда, а. Вот. Это мне не нравится, это может закончиться плохо. Это очень даже хрень. Большая. Дай пройти, а. Вот так, все. Отвали. Сгоришь, тварь. Я же говорю. Так, ребят, теперь ваша очередь. Я, конечно, понимаю, что вы тут устроили сеанс одновременной рубки моей напарницы, но это как-то вообще ни в какие ворота, а? Ведь горят. Горят, сучата. Ты что это? Умнее всех? Иди сюда. А теперь вот сюда. Магия! На! Что, самый модный? Да, вижу, что самый модный. Но я тебя спас. Ты довольна? А, нет, самый модный вот он. Вот он явно самый моднючий. Паралич. Палач. Давай, 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 давай. Оп, сейчас как вдарил бы по жопе прям. А, не, он решил. Ты что мне тут? Льдом против моего пламени решил? А хер тебе. О! Я же говорю, височную долю всегда убивает. Вот только попало, сразу же вышибло. Антикварным мечом, конечно, он не пользовался им. Это так, для красоты. Хотя ножи-то для дела, мы помним все это. Нет, 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 нет. Две мерзкие, лук, это, конечно, хорошо, но нет. Еще один призрак. Ничего особенного, мы, кстати, уровень подняли, если что. Бахнем, что ли, сейчас его немножечко. Угу. Этот был поумнее, он не встал. Молодец. И вроде как обобрали всех, кроме тебя, да? Ну, а теперь вообще всех. Этот попытался встать обратно, но его прибило здесь немножечко. Мне здесь очень даже нравится. Они начали драконить, потому что они взяли числом. Это не тот, который отстреливает, нет? Нет. А Сим-Сим, может быть, даже откроется? Странно, какая-то хрень. Эй! Подъем, наверное, да? Да не, я не буду обыскивать, то есть забирать. Что это у нас такое? Здесь у меня... А будут убивать или нет? Испорченная книга. Дневник этого кренделя мы так и не нашли. Много сильного яда мы не будем брать. Микстура силы, пожалуй, возьмем. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О. Тебя что? Угу. Так, здесь у нас алхимический стол. И я не понял, что там за фишка такая хитрая. Блин, ладно. О, зелье хождения по воде. Желе Нетча. Прикольно. Но пока не входило в планы у меня заниматься этой алхимией сегодня. Тем более мы в прошлый раз только жрали. Только вот подъедали. Давай зайдем сюда и узнаем, что будет. При свете. А ну-ка. А, это вот для этого нужна эта хитрожопая кирка, от которой я буквально только в прошлой серии и узнал. Ну, точнее, в комментариях под ней. Хорошо, хорошо. Оно у них прямо аж в рамочку вставлено. Ничего себе. Нордская кирка, да, я понял. Или подожди, а у тебя не было? Ты же норд? Нет. Нет. Ну, ладно, ладно, я понял, что так просто с ней на самом деле не будет. Нордской киркой. Ё-моё! Крышуй меня! Оп! Так, а вот это уже те камушки, да? Которые херачат. И двери.
Ну, я думаю, к этим драуграм мы зайдем уже в следующей серии, потому что я не рассчитывал, что здесь будет такая глубокая шахта. Я думал, это так просто, в глубину-то нас и не пустят. А нет, нет, нет. Но поможем. Раз уж приперлись, то поможем. Потом вернемся к риклингам. Конечно же. И да, это классно. Ну, как видишь, я следую советам. И да, в шахту мы заперлись. Здесь еще, я так понимаю, много будет всего. И у риклингов там тоже еще много всего будет. И надо будет заломиться туда, куда мы вот сегодня не пошли с Каином, к Двемерам, ну или к тому, что от них осталось. Ну, в общем, делов не в проворот на самом деле. И мне здесь нравится. Мне на этом острове, мне, в принципе, в Морровинде здесь нравится. Если нравится и тебе, ставь лайк. Ведь именно от твоего лайка зависит, как часто выходят новые серии по Скайриму и какими по продолжительности они получаются. А от твоих комментариев, как видишь, зависит, что будет в каждой новой серии. Это, ну, это уже традиция, традиция канала или концепция, как хочешь, это уже не важно. Если же ты хочешь поддержать канал, просто делись ссылкой на понравившееся тебе видео в любых соцсетях. За это тебе огромный человеческий респект. На этом на сегодня все. Большое спасибо за компанию и... Ба-бай!